вы собрались передо мной? Боитесь? Дрожите? Детей к груди прижимаете? По нашим землям прошел император Имгыр. Осадил каждую крепостицу отсюда до Синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди севера! Вы стоите у обрыва. Короли предали вас, и вы обратились к богам. Но вы не молите. Не падаете на колени, посыпая голову пеплом. Нет, вы скулите. Почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли. Было время, когда наш мир соприкоснулся с другим. Ученые зовут это сопряжением сфер. Волей богов силы зла проникли в наше обиталище. И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией. Но мы не запретили ее. Нет, мы изучали ее ради власти и могущества. А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения! Тролли, трупоеды, волколаки! Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных во лжбе, чьи тела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да, с годами их все меньше. Но и поныне они бывают в наших краях, за деньги выполняя свою кровавую работу, позоря нас самим своим существованием. Истерзанный войной север обливается кровью. Битвы есть удары бичей божьих, что очистят грехи наши. Вспомните об ужасах, терзающих наш мир извне. Дикая охота скачет по небесам каждое полнолуние. Темные эти всадники, вестники второго сопряжения, уводят наших детей в неведомые земли. Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев и объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь — час меча и топора. В этой войне никто не поможет нам. Ночь — час безумия, час презрения. Всем привет, друзья! С вами Малдр, мы наконец-то добрались до третьего Ведьмака. Игра вышла в 2015 году, считается одной из лучших во все времена, на все времена, точнее. Она очень длинная, я понятия не имею, сколько займет прохождение основной этой игры. Плюс ко всему есть два дополнения, огромнейших просто. Я помню, когда первый раз ее проходил, у меня, наверное, прохождение полгода заняло. Ну, я, конечно, не вот каждый день в нее играл, ну, по мере возможности. И мне она очень понравилась. Первые две части мы с вами прошли, вторую часть я буквально вчера закончил. Так, это прямое продолжение, то есть второй части именно. Давайте, наверное, я тут вроде все поднастроил. Давайте, наверное, начинать. Новая игра. Здесь можно выбрать отдельное дополнение. Ну, здесь дополнения, они вшиты в основную игру, то есть по мере продвижения там можно будет сделать какие-то задания из этих двух DLC. Ну что, новое начало. Хопа! Че, для тех, кто не любит простых решений, только сюжет, блядь. Не, за сюжет. Нам тут еще дрочего не хватало. Естественно, за сюжет. Я тут до Нового года буду ее проходить. Хотя сейчас только что, можно сказать, апрель начался. Обучение чему? Я, наверное,
Выключу, что ли? Да. Кстати, эта версия уже Next Gen, как она называется. Я бы с удовольствием, конечно, оригинал бы прошел, но она почему-то в Стиме уже идет обновленная. Обновление вышло буквально недавно, может быть, месяца 3 назад или 2. Я, честно сказать, не помню. Ну, вот. Прям вот. Давайте выключим его в пизду. Так, симуляция решений, принятых в Ведьмаке 2. Давайте перенесем. Я его игру-то не удалял специально. Так. А какое? 30 марта. Квиксейв 5 апреля. Это вот это, что ли? Вчера какое, блядь? Да, вчера 5 апреля был. Квиксейв. Кайр Маркин. Твердыня ведьмаков на реке Гвен-Лех. Thank you.
слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить, только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Ну я пошел. Ага, пока. Новое задание. Так, статья, это Йеннифер, мы наблюдали с голой жопой. Сейчас, подождите, давайте-ка я тут припомню что-то. Как ведьмачье чутье зажать правую кнопку мыши? Ага, это тут так работает, да? Посмотри. Ты сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. С ней можно побазарить, кстати. Ну-ка, давай-ка. Я бегать не могу, нет. Найти ключ от спальни из поля ведьмачье чутье. Вот он. Задание дополнено. Открыть кого? Замок открыт. Понял, подожди. Сырок тут валяется. Сейчас. Загасить. Поджечь. Загасить. Поджечь. Что за хуйня я сотворил? Так, ладно, погоди, ведьмачье чутье. Чутье, чутье. Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. Так люди говорят, у которых бабок просто нету нахуй. На золото, блядь. Это всегда, блядь. Так было, нахуй. Так, ну что, Йен? Я тут подумал, может... Цири, подождут еще немного. Это не педагогично и неразумно. Ты права. Пойду лучше к Цири. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. Тут, кстати, интересная такая херня сделана. У Геральта и борода растет, и волосы, блядь, так что периодически придется забегать к цирюльнику. Так, ведьмачье чутье. Это знак Игни мы тут. Слушайте, вот она вот гораздо лучше работает. А, по поводу версии Next Gen, про которую я заикнулся. Это означает, что в игре они подтянули графику, ну, CD Projekt. Подтянули график, тут что-то текстурки подрисовали, вроде как улучшенная версия старой игры. Лера, отличный у нас все-таки перевал. Но дело в том, что на слабых компах обычной этой версии хуево, блять, работала, блять. А это просто пиздос какой, тут надо аппарат нахуй.
И у меня такой есть. Блять, как она заебись нарисована. Посмотрите, горы. Ну, правда, вот эта вот лоза как-то херовская. Но каков пейзаж, твою мать, а? Ебаную мышь бы еще купить нормальную. Долина, блядь, вон речка. В первой части мы там были. Вон Цири скачет, кстати, внизу. Молодая еще. Это действие событий игры происходит, как я понимаю, еще до первой части. Так что пойдемте. Я могу вторую? Нет. Вторую дверь не могу открыть. Сейчас нам тут... Блять, волосы кошачьи. Сейчас нам тут все расскажут. Сильно затягивать первую серию не будем. Что да как. Поймем и закончим. Но как минимум еще... Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Еще как минимум полчаса у нас будет. Это Весемир, кто помнит его по первой части. И опять же в заставке по какому-то полю битвы мы именно с ним ходили. Ну, вообще, это сон, как бы, да? Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гулей и Альгулей. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, это правда. Зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил. Не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь? Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. К чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Цири, ты не в цирке. Пируэт. Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака? Может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ай, прости, я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней. С солью. Фу! Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее?
Только если свалишься. А где статьи ты там, кстати, читать? Я что-то... Посмотреть, я бы почитал. Так, надо нам обогнать Цири. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом, в ритме шагов. Цири, не кривляйся. А куда идти-то, блядь? Эй, она сейчас нас обгонит, блядь. Я просто спрыгну, да и все. Блин, она знает, куда идти, а я-то не знаю. Еще ниже, что ли? Что? Застрял? Застрял. Застрял ведь. Я победил. У тебя ноги длиннее. Я тебе еще покажу. Только сначала вырасту немножко. А, у карты же есть, твою мать, точно, блин. 30 шагов. О, тут здорово, шаги указываются. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела, я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной. Ламберт с Эскелем. Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно. Доставай меч, Геральт! И чё тут как драться-то, блядь, я уж... Так, отметить Весемира как цель. Зачем? Сейчас это невозможно сделать. Так, что-то быстрая атака, мощная атака. Для всего этого. Стальное оружие. И? Уклониться. Альт. А что невозможно сделать? Ответь мне, Весемир, как цель. Будет быстро и больно. Сейчас это невозможно сделать. Стальное оружие. Эй! Как, блядь? Подожди, блядь. Наложить знак. Уклониться. Альт. А че, как, блядь, тут? Весемир, блядь, подскажи, ёпта мать. Это же нигде не написано, правильно? Смотри-ка, я могу знаки. Ирден, Арт. Сделать невозможно. Так я, блядь, не хочу. Кто следующий? Что за хуйня, ёпта мать? Кто следующий? Я следующий, я, блядь, не знаю, как бить-то нахуй. Ты, блядь, серьезно, что ли?
Это не то, блядь. Так, допустим, я тут... Неплохо. Тап, что ли? Нет, тап это не то. Q, нет. R, F, W. Так, это, кстати, бестиарий. Карта, наверное, да? Игрок находится здесь. Там сундучок, кстати, он есть. Весемир, Цирилла, Лютик, Йени... Бля, Лютик тут уже появился. Первый уровень. Т... Давай. Да что давать-то, блядь? Я не знаю, что делать-то, блядь. Тут знаки удобно передвигать, кстати. Слушай, я нахрен не знаю, что делать. Сейчас это сделаю. Отметить Весемира как цель. Да, блять, твою мать, что за хуйня? Как привязка клавиш? Отметить цель. Сейчас. Предмет, уклониться, кувырок. Скакать, спешиться, остановиться, вынырнуть, нырнуть, блять. Обнажить серебро, стальной, знаки. Сменить задачу, показать. А, тут даже интерфейс можно. Медитация, бестиарий, быстрое сохранение в 5, блять. Переключиться между знаками. Блок, контратака. Ведьма чуть-чуть ее. Изменить тип атаки. Зафиксировать камеру Z, прыгнуть. Ускориться. Быстрые удары. Раз, два, три. Сильнее, чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня, локоть при ударе не выпрямляй. Провести серию мощных атак. Довольно глупостей. Никак вы, блядь, не научитесь. Уклоняйся. Ноги, Цири, про ноги не забывай. Ты двигаешься сегодня, как муха в смоле. Еще раз. Ты двигаешься сегодня, как муха в смоле. Еще раз. И двигаешься сегодня, как муха в смоле. Еще раз. Муха в смоле, блядь. Так. Кувырок. Сейчас научимся. Зафиксировать камеру, короче, на Z, кто не знает. Может, кто-то так же затупит, блядь. Геральт держит меч. Так, Геральт, выполнить серию блоков. Так, и как, блядь? Довольно глупостей. Что мне блокирует? Ага. Я дерусь с глупой куклой. Так. Научишься плавать. Пустим воду. Рибос, удар. Отвечай. Блять, выполнить серию контратак. Так, выполнить серию контратак. Так, блять, как? А, может быть, следующий? Зафиксировать опять его. Нет, нихуя. Ага, вон оно что. Когда замахивается, надо, короче, нажимать на правую кнопку мыши. Охуеть, не встать. Прям вот именно в момент замаха. А теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Так, Квен, блять. Так, а как более всего? Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри, почему. Наложи Игни, Геральт, и чтобы искры летели. Игни, сейчас наложим. Видишь, если бы не Квен, я бы оказался в огне. Арт, Геральт, давай. Тут арт последний идет. А? Арт собьет с ног любого, нарушит ритм, отбросит ненужную вещь. Переходим к Аксию. Сучья кровь, как я его не люблю. Ах, от Аксия все в голове путается. Теперь Ирден. Помнишь его? Видишь, Цири, так я и шевельнуться не смогу. Кидай бомбу. Не бойся, Цири, Квен выдержит. Бомбу? А, учебная бомба, блядь, нихуя себе. А как бросить ее?
Так, уклониться, наложить знак. Это сделать. Что ты творишь? Да подожди ты, блядь. Учебная бомба, блядь. А, колесо. Хуеть, блядь. Неплохо. Арда. Ну чего? Сейчас невозможно. Меч надо, наверное, убрать или как? Ведьма чуть-чуть ее прыгнуть и ускорить остальное оружие. А как меч-то мне убрать? А, сюда надо подойти. Встать на отмеченное место. Хорошо. Бросить бомбу в чучело. Ага. Бомба-то у нас там. Ага, есть. Достаточно. Теперь. Парень, нихуя иди, ты, иди сюда. Погоди, погоди, я хочу попробовать. Опа. Тихо, тихо, тихо. Сейчас он заебашит нас, блядь. Так, где мне арт? Кто следующий? Дедушка Весемир-то, блядь. Да, блядь. Сейчас захерачит нас, блядь. Дедуля-то, блядь. Надо уклоняться, блядь. Туплю. А, убрать меч? Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири! Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Семья! Я долго ждал этого, Белый Волк. Нет! Ну, это сон ему снился. Это понятно. Там, может быть, часть правды, часть вымысла. Хуй её знает. Разобрав предмет, вы вернете все рунные камни, которые на нем были. Вот этого очень не хватало во второй части. Я столько всяких этих побрякушек там напородавал, когда проходили. Поставишь камней всяких, всяких улучшений, блядь, а снять нельзя. Или можно, но я не знаю как. Сколько вот лет прошло после вот этого обучения? Тимерия, дорогу на Вызима, май 1272 года. Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. В
Все началось в комнате для гостей в Каэр-Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис? Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Потом я пошел за Цири, мы вместе тренировались. Вот были времена, маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири. А я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Сейчас рассветет. Пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы увы зимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Это личное. Очень личное. А, понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может, и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Покажи, что умеешь. Так, гульки, гуль. О, блядь, ты живой? Ах ты, сука. Еще что ли есть? Вон еще один бежит. Когда войско проходит, за ним по пятам идут трупоеды. Идем, пока новые не набежали. Сейчас идем, подожди, с них что-нибудь собрать же можно, наверное? Хлеб? Так, бутылка воды, подожди, это моя снаряга, да? А как посмотреть? Рюкзак. Так, рюкзак, доспехи. Сейчас надо нам определиться, что тут есть, как это работает вообще. Оружие дальнего боя. Корпус. Доспехи Каэр-Морхена. Броня 15. Хорошо, оружие. Это факел. Прочее. Здоровье 3262. Интоксикации пока нет. Маски. Сука. Вспомнил, блядь, про маски. Ремесло, вещи для заданий, прочее, письмо. Дорогой друг от Йеннифер, прости, что по прошествию 2 лет не задаю тебе вопросов о жизни и здоровье, но время не терпит. Да, кстати, 72-й год, это прошло как раз 2 года с того момента, как убили Геральта, якобы.
У меня важное известие. Нам надо встретиться как можно скорее. Отправляйся в вербицы у Зимы. И не щади коней. Хоть я и жду с нетерпением этой встречи, я не могу долго ждать. Твоя дорогая подруга Йеннифер. Послесловие. Единорог по-прежнему у меня. Ну, про единорога забегать вперед не буду. Мы о нем еще узнаем. Так, эликсиры. Почему у меня вот эта хуйня не убирается, блядь? Все понятно, забаговала нахуй. А, нет. Доспехи. Плюс ко всему, карта мира, задание, медитация, глоссарий. Персонажи, Весемир. Прочитать, что ли? Слушай, я... Давайте сейчас так сделаем. Я сейчас дочитаю и серию закончу. Как бы для затравочки. Я сейчас почитаю за персонажей. Кому, в принципе, где-то неинтересно, можете сразу вырубать, блядь. А я потрачу на это еще минут 10. Весемир был старейшим ведьмаком школы ведьмака. И, вероятно, самым старым ведьмаком на всем континенте. Старик, не уступавший возрастом самим руинам Каэра Морхена, постоянно жалующийся на скрипучие кости, он даже не помышлял об уходе на заслуженный отдых. Седой, но по-прежнему проворный, продолжал он находиться на чудовище и всегда успешно, поскольку перевидал их за долгие годы более чем все его ученики вместе взятые. Строгий и требовательный учитель Геральтовой юности. Со временем он стал всем ведьмакам и отцом, и наставником, и всегда был готов прийти на помощь мудрым советом и крепкой рукой. Весной 1272 года, в начале нашего повествования, Весемир присоединился к Геральту в поисках Йеннифер на просторах опустошенной войной Тимерии. А почему мы... Да, почитали. Геральт из Ривии. Ёб твою мать. Ну... За Геральта уж точно не будем читать, мы про него все знаем. Вот Йеннифер. Мы ее в предыдущих частях не видели, но слышали о ней. Ведьмак впервые встретил эту черноволосую Йеннифер из Венгерберга. Ведьмак впервые встретил эту черноволосую чародейку примерно за 20 лет до описываемых событий. Их дружба и более сильные чувства родились из совместного приключения с участием Джина, исполнившего желание Геральта. После этого нити их судеб сплелись в запутанный клубок. Отношения их были бурными, с резкими перепадами, кризисами и разрывами. Эта любовь служит прекрасной инсталляцией и иллюстрацией к словам «противоположности». Притягиваются. Несколько лет назад, после долгого расставания, Геральт и Йеннифер возобновили отношения. Их покой нарушила дикая охота, похитившая Йеннифер. Ведьмак отправился спасать чародейку, но потерял память. Когда все воспоминания наконец вернулись к нему, ведьмак тут же возобновил поиски своей возлюбленной. Ламберт. Ламберт мы тоже знаем. Это тоже ведьмак школы Волка, как и Эскель, но за Эскеля чуть попозже. Ламберт, младший из ведьмаков Каэра Морхена, отличался дерзостью и острым языком. Однако никто не мог усомниться в его мастерстве, которое он доказал, убивая чудовищ от Пависса до Тусента. Он снискал славу забияки и задиры, а необычайно дурные манеры раздражали даже привычных ко всему ведьмаков. И тем не менее, все знали, за своих товарищей Ламберт пойдет в огонь и в воду. Так, следующий, Эскель. Во многом Эскель с Геральтом были похожи как братья. Были они ровесниками, а дружили еще с тех пор, когда дрались на деревянных мечах в Каэр Морхене. Вместе прошли они первый круг отбора, смертоносные мутации, испытания травами и мучильню. Не раз вместе получали нахлобучки от Весемира за свои детские выходки. Повзрослев, каждый из них пошел своим путем. Но почти каждую зиму встречались они в Каэр Морхене, чтобы перезимовать, выпить за успехи и помянуть павших товарищей. И хотя Эскель не был так знаменит, как Геральт, опытом он не уступал Белому Волку, а заказы на чудовище исполнял точно и быстро. Много раз в схватках со страшными созданиями он был на волосок от смерти, но, по иронии судьбы, шрам, изуродовавший его лицо, оставили не ногти чудовища, а Дейдра Адамейн и его непредсказуемое дитя неожиданность. Так, Лютик.
Держу пари, любезный читатель, что ты человек советский, а потому нет нужды рассказывать о роли, которую было суждено сыграть моей скромной персоне в описываемых событиях. Однако же сделаю это из соображений полноты повествования и в расчете на то, что ты читаешь сию летопись в дальнем уголке мира, где мой герой еще не столь известен. Родившийся в 1229 году, даровитый поэт и трубадур, выпускник Оксенфуртской академии, частый гость при королевских дворах, несравненный любовник, ценимый, а порой и вовсе обожаемый дамами по всему миру, умелый дипломат и пылкий оратор. Вот образ Лютика, известный по рассказам знавших его людей. И образ этот, пожалуй, несколько перенасыщен красками. Сам ваш покорный слуга предпочитает думать о себе как о непредвзятом художнике и скромном служителе муз. Моя летопись обязана своим появлением на свет тому факту, что я был, есть и навеки остаюсь близким другом и верным товарищем ведьмака Геральта, коему я усердный летописец и посвящаю настоящий труд. Ну да, это же как бы игра-то происходит со слов Лютика. И предыдущая часть, и первая. Цирилла. Цирилла Фиона Эллен Рианон. Что я могу о ней рассказать? Что друзья зовут ее Цири? Появилась она на свет в 1251 году. У нее пепельные волосы и шрам на щеке. Все это так. И с виду Цирилла, которую я хорошо знаю, и которую впервые увидел много-много лет назад, была не сказать, чтобы совсем обычной. Обычной? Нет. Она была очень даже примечательной, но, глядя на нее, нельзя было и представить, столь она необыкновенна. Ибо Цирилла – умелая ведьмачка, наследница нескольких королевских тронов, последняя носительница старшей крови, могущественный исток, обладательница исключительных магических способностей, повелительница времени и пространства. Разве имеет значение цвет ее волос или год рождения? Я могу сказать, что она приемная дочь Геральта, но это было бы грубым упрощением. Цири для него нечто гораздо большее. Цири его предназначение. Дитя. Дитя неожиданности, связанное с его жизнью тысячами неразрывных нитей. Следуя вековой традиции ведьмаков, Геральт привез свою воспитанницу в Каэр Морхен. Здесь они с Весемиром обучали ее искусству убивать чудовищ. Здесь же впервые раскрылись ее магические таланты, и ведьмаки узнали, что девочка – исток. Дар Цири оказался ее проклятием, и однажды именно из-за него ей пришлось скрываться от всех, даже от Геральта. Так, за персонажей мы почитали. Зуб чудовище. Взять все есть, есть пробел, отлично. Вот она уже более продумана, эта игрулька. Так, взять все. То есть не надо тут, блядь, 18... нажать и делать, чтобы взять. Ну, заяц где-то бегает. Чтобы взять предметы, допустим. Так, вот обыскать. Шкура чудовища, кровь гуля. Это все пригодится. Кстати, я сейчас обратил внимание, мы можем переносить только 60 килограммов, блядь. А вон там кто-то бегает внизу-то. Есть сохранение? Да. Ну что, 50 минут практически играем. Давайте на сегодня закончим. Там, кстати, какие-то вон растения растут. Костер и еще вон трупы. Закончим и продолжим в следующий. Поедем с Весемиром куда-нибудь. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.